Малообеспеченные семьи из Иваново и Кинешмы к Новому году получат подарки от регионального отделения партии ЛДПР. Для особо нуждающихся были сформированы наборы из продуктов питания первой необходимости. Выдача новогодних гостинцев ведется в отделениях социальной защиты. Раньше подарки были только сладкими, но в этом году партийцы решили добавить конфетам крупы и растительное масло. В праздничные пакеты была расфасована тонна сыпучих продуктов. Мы подготовили для социально незащищенных граждан города Иваново и города Кинешмы новогодние подарки. И в этот раз мы сформировали продуктовые наборы, в которые входят крупы, такие как греча, рис, сахар, мука, подсолнечное масло, а также для детей новогодние гостинцы.